Всем привет! И сегодня у нас эфир из Ирландии, и сегодня мы рисуем с вами колокольчики. Вот у меня такой маленький букетик, маленький горшочек с красивыми колокольчиками. Для этого нам понадобится маленькая бумага, да, она обычная, обычный альбомчик, вот так выглядит, просто обычный альбомчик. Я хочу эту картинку потом вставить в рамочку. Смотрите, у меня есть вот такая рамочка. Вот такая рамочка. Она серебристая. Размер 9 сантиметров на 14. Ну, вот под стандартную фотографию. Для этого нам понадобится карандаш. Обычный. Резинка стирательная. Обычная. Две кисточки, тоненькая и чуть-чуть побольше. Ну, можно и одну кисточку. Какая вам более удобная. Кругленькие. И маркеры. У меня рамочка серебряная, поэтому я буду вот такой гелевой ручкой, обычной гелевой ручкой. Они еще бывают такие, что стирать можно с конца. То, что нарисуешь, стирать. Вот такие бывают. Или золотая. Ну, вот я буду серебряной пользоваться. Ну, вот и все, собственно говоря, что нам нужно. И сделать немножко музыку потише. Нашла сегодня ирландские мотивы. Напишите мне, понравится, нравится вам такая музыка или нет. Отвлекает вас вообще видео с музыкой? Или нет, или это дает какой-то тон. У нас сегодня опять солнечный день, поэтому немножко занавеску повесила, не знаю, как будет вам видно. Итак, начинаем. Сначала мы делаем рисунок. У нас есть цветы и есть ваза. Два главных элемента. Что важнее для нас, цветы или ваза? Для меня сегодня важнее цветы, поэтому для цветов я оставлю больше места, для вазы меньше. У меня кругленькая вазочка и кругленькие цветочки, да, вот сама шапка цветов, она круглая, поэтому я рисую два круга. Начинаем мы всегда с композиции, с грамотного размещения предмета в листе. То есть на листе нам нужно закомпоновать все грамотно. Я не рисую два круга по... То есть, если вот это наша картинка, я не рисую два кружка, раз и два. Вот это ваза, вот это мои цветы. Нет, потому что, во-первых, это делится пополам картина. Это не очень хорошо для нашей сегодняшней композиции. И потом все-таки цветов должно быть больше, а вазочки должно быть меньше. Хорошо? Вот такая у нас будет композиция. Поэтому я очень... Ненавязчиво, незаметно намечаю шарик, кружок, да, и рисую к нему вазочку. Вот так. Здесь, возможно, будет тень небольшая. Все. Дальше я выбираю, сколько цветочков я хочу нарисовать, сколько приблизительно. То есть мы не расставляем цветочки, опять же, раз, 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 такой вот, да? То есть, чтобы они все были на одинаковом расстоянии друг с другом. Видите, вот эти все расстояния, они одинаковые. Да? Нет, не так. Да? То есть, где-то их много. А где-то их мало. Конечно, самое приятное – это рисовать с натуры. Но если нет с натуры, просто срисовывайте с меня. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать. Ну, достаточно. Одиннадцать цветочков. Я просто их наметила пока. Теперь я их постараюсь прорисовать. В каждом колокольчике есть пять лепестков. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Но у меня один попался четырехлепестковый. Это к счастью. Говорят, его надо скушать, и тогда твое желание исполнится. Вот, ну, съем после урока.
Вот, запишу, потом съем. Вот, так что вот такой вот у нас счастливый букет. Мы находим серединку у цветочка, да, и от него рисуем вот такие вот, да, 5 лепесточков. Дальше будут тычинки. Тычинки — это такая палочка, и на ней 3 такие вот пипочки. Да? Вот такие вот у колокольчика тычинки. Такие вот. Дальше мы что берем? И рисуем вот этот вот в перспективе, вот этот вот сам колокольчик. Да, давайте вот этот нарисуем. Раз, два, три, четыре, пять. Чашелистик сюда. Здесь тоже вот он, кружочек. Раз, да, тут я помню, что у меня тут серединка. Два, три, четыре, пять. И немножечко дна. Отсюда рисую. Раз, два, три, четыре, пять. Колокольчик готов. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Слушайте, как упражнение, а? Как физкультуру. Раз, два, три, четыре. Там не видно. Отсюда. Вниз идет. Раз, два, три, четыре, пять. Там будет тычинки. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Вот сюда еще вот такой нарисуем. Вот. Ну, в общем, собственно говоря, это все с цветочками, очень быстренько. И видео, я надеюсь, будет небольшое. Да, все. Дальше листочки, да, листочки наметим. Вот они вот такие вот кругленькие. Но нам их просто наметить, да, для массы. Мы не будем их прорисовывать. Нам лепесточки, то есть листочки, не так важны. Вот. И вазочка. Ну, вазочку, теоретически вазочку надо рисовать вот так вот. Есть средняя линия, вверх, вниз, и правая часть будет равна левой части. То есть вот это расстояние должно быть такое же, как это расстояние. Можно даже по линейке померить. И это расстояние такое же, как это расстояние. Да? И сверху мы пририсовываем овалы. Но для нашей композиции не нужно ничего рисовать, такое вычерчивать, да, просто вот на глаз рисуем вазочку, вот так вот. Хорошо? Все. Дальше мы приступаем к акварели. Значит, в каждую краску я добавляю по капле воды. Да, вот я помыла красочки. У меня какое-то в последнее время фиолетовое настроение. Я что-то рисую одни фиолетовые цветы. Поэтому уже все вот эти синие фиолетовые краски, они уже почти заканчиваются. А все остальные, видите, почти новенькие. Вот. Значит, дальше. Дальше какой цвет? Любой цвет. Хотите синий рисуйте, хотите фиолетовый рисуйте. Как вам хочется. Да? То есть я беру какой-то основной цвет. Смотрите, основной цвет. Ну вот, например, такой синий. Хотя мои более фиолетовые колокольчики. Да? Ну ладно, давайте чуть-чуть перемешаем фиолетовый. Вот, да? Такой цвет берем. И я просто раскрашиваю колокольчики. И туда примешиваю немножко других оттенков. То есть там, где должно быть потемнее, делаю потемнее, там, где внутри, да. Но сначала я всех их так раскрашу,
а потом чуть-чуть подсохнет, и я сделаю немножечко разные. Оттенки сразу. Вот. Смотрите, да, я ввожу туда разные цвета, и у меня они там внутри переливаются. Мы делаем акварельный скетч, поэтому здесь не важно много деталей. Здесь важно просто, чтобы краска ложилась красиво, да, и не терялись формы колокольчиков. Все-таки форму колокольчиков мы стараемся сохранить. Вот. А теперь начинаю листики также рисовать. То есть беру какой-то основной зеленый цвет и просто делаю заливки такие вот. Теперь я сделаю тень на горшке. Какой цвет я намешаю? Вот взяла синий, да, немножко красного и бежевый. И вот какой-то такой сероватый должен получиться цвет. Теперь беру тоненькую кисточку и чуть-чуть прорисовываю детали. То есть более темной краской внутри цветочков.
Вот этого достаточно. А теперь я беру гелевую ручку и кое-где обвожу по контуру колокольчики. Не везде, а только кое-где. Нам больше не нужно. Ну вот и все. Надо теперь подождать, когда это высохнет. Да? И стереть карандаш. Ну вот, подсохла акварель и ручка. И теперь можно все-все-все аккуратненько стереть. Если у вас где-то карандаш вылезает, то обязательно нужно подтереть, чтобы было аккуратно. Даже внутри картинки тоже. Ну вот.